Мы принимаем информационный рекламный тур при поддержке Федерального агентства по туризму Ростуризма. У нас тур по Тюмени, по Тюменской области. Мы посещали Луторовский острог вчера. Сегодня приехали из санатория «Сибирь». Полностью инфраструктуру смотрели, санатория. Завтра, вот сейчас у нас тур нефтяника. Мы на нефтяной вышке. И завтра мы отправляемся в Тобольск. 2 дня мы будем в Тобольске. Уха в Успенке. Это у нас небольшой такой креатив, можно сказать, даже мастер-класс. Сейчас у нас шеф-повар из Москвы специально приехал. Уха с нефтью, с крапивой. И решили вот такой провести импровизированный, так сказать, для наших гостей. Гости – это крупные блогеры Москвы, Московской области и города Санкт-Петербург, и федеральные агентства информационные. Здесь информационное агентство ТАСС, у нас здесь «Спутник», «Метроньюз». Мы уже несколько блок-туров провели совместно с Ростуризмом, и вот в этот тур нас позвали именно как представители блогосферы. У нас есть паблик в Инстаграме, значит, у нас есть паблик в Одноклассниках, ВКонтакте, в живом журнале. Ну, общее количество подписчиков, наверное, где-то около 300 тысяч в сумме. Вообще, мы ездим по стране и именно освещаем различные туристические объекты, то есть именно в первую очередь это касается там санаторно-курортной сферы. Но Тюмень — это не только санаторные, да, именно вот. Хотя мы вот вчера были в санатории «Сибирь», мы обалдели от того, какое качество именно обслуживания и вообще, насколько это все красиво все сделано. Ну, природа, конечно, это сойти с ума. Вот. А, ну и, конечно же, для всех нас понятно, что Тюмень и все, что севернее ее, это связано с нефтегазовой сферой. И поэтому, конечно, мы приехали сюда, чтобы посмотреть. Благо, недалеко от Тюмени, вот здесь такая прелесть. Мы здесь всего 2 дня. То есть все основные впечатления у нас еще впереди. То есть у нас еще 3 дня тура. Надеюсь, то, что мы много здесь увидим. А вчера вечером, уже поздно, хоть и холодно жутко было, но мы вчера поехали, посмотрели ваш очень крутой мост через, как сказать правильно, Тура. Тура, да, вот через реку Туру. Увидели, вот как меняют он цвета. И вообще, конечно, набережная у вас обалденная. А я был в Тюмени, наверное, лет 10 назад. И уже тогда я отметил, в каком идеальном качестве дороги находятся. По сравнению со всей страной, где иногда, особенно там, если приедешь в Воронеж или еще куда-нибудь, то есть видно, на самом деле, разница это. Сейчас мы вернулись зимой, я был летом, вернулись зимой, и по-прежнему все идеально. Так что это понравилось, конечно. В живом журнале можете посмотреть адрес ruslandialifejournal.com. В Одноклассниках это Окстрим Тур, а также будет Ам Светлая, это Настя Светлая. И в Инстаграме тоже Настя Светлая, там будут посты уже вот буквально на днях.